Head in time. Так, окей, полетели. У нас 4-я глава. Альпийский горизонт. Свободный поход. Так, ну как я по картинке могу понимать, локация будет здоровая. А если по разлому, то у нас водопады, там еще ледяная какая-то. А хотя здесь можно увидеть. Небесная, земляная, огненная территория. Лесная. И просто городская. Окей. Просто здоровые, здоровые. Но здесь только основной только одни часы и один разлом. ФПС, конечно, можно желать лучшего. Ну, как я понимаю, здесь нужно быть... О. Не знаю, что за территория, она даже не прогружается. Слишком большая территория. Вау. Что-то в небе мигает, я не знаю, что это. Я понял. Я не знаю, что я делаю, но я что-то... Я, походу, временной разлом куда-то лечу. Ага, я могу еще менять направление. А, он сам едет все. Я думал, нужно удерживать мышку. Так, справа водопад у нас как раз. Ой-ой-ой, это территория. Они просто невероятно здоровые. Я не знаю много про козлов, но мы стараемся дать им побольше места для сна. Если окажутся у них на пути, они любят толкаться. He loving to push. О, вот и первый разлом.
Олимпийский горизонт. Ну что, сразу давайте разломы выполнять, если их находим. Ага, так мы в... либо... походу в какой-то горе. Так, мне на это нужно наступить? А, то есть я сам выбираю, куда мне идти. А, так это еще где нужно собирать эти. Ё-моё. А вот это может создать какие-то проблемы. Ну их только 5 штук. Но они могут быть спрятаны очень хорошо. Допустим, прежде чем идти туда, я пойду на... в эту сторону. Нахер они так пугают? Да, я понял, что я здесь уже не выживу. Ага. Ну, я понимаю, что здесь просрать очень легко. Просто невероятно легко просрать. Я просто не понимаю, а как мне поднять? А, никак. И так, чтобы меня еще не ударили при этом. Но тут есть невидимые коты. И это нужно будет запомнить. Так, подожди. Ну так я хотя бы примерно могу поискать на ту территорию, где я нахожусь. Ну типа, если здесь нету, значит я искать здесь и не буду. Так, птицы, птицы. Так, а место чего я поставил? Вместо вот, вот этого, да? А, антиударный значок. Так, ну это обычная птица.
Еще должно быть в этом уровне. Странно. Какой-то козел на горе. Ну, допустим, я больше не вижу. Так, мне нужно будет наверх пойти. Но я уже должен сейчас понимать много, что будет происходить. Мне больше... Ага. Так, тихо. А, я, в принципе, отсюда могу забраться. Так. Отлично. Так, мне немножко нужно в водопадах нужно, значит, будет осматриваться. Ну, представим, что это третья, да? Допустим. О, гамбургер. Так, там выход. Ветряк, ветряк, ветряк.
Ага, наверх как-то можно попасть. Там как раз то, что мне не нужно. Монатина как-то резко закончилась. Свое действие. А, это потому что я shift нажал. Херня. И туда я могу попасть. Ну все, вот как раз я все и 5 нашел. Взрывные яйца. Держу в курсе. Так, стоп, П. И как мне это провернуть? Я не достаю. Я допрыгнуть до туда не могу. Я что, виноват? Пипец. В смысле? А, все. Так, а теперь туда нам. Только не говорите, что заново. Бля. Кормушка. А, подожди, это мы в огромной клетке с вами. Вот и все.
ни хера не понял насчет быка. Или козел это, хер знает. Единственное, что... А, точно, мне же по этим объяснят. Короче, был какой-то козел, звезды направляли его. После чего он пришел к какой-то великой звезде. В горах. Он забирался вверх и получил просветление. Хуйта какая-то. Нет, не хочу. Ну, прикольно, но... Не. О. Давайте наденем, посмотрим, что за большой аппетит. Так, это оно есть? Большой аппетит? Ясно. Вот это самое более-менее. Так, ладно, полетели снова в эту локацию. Так, при запуске нас сразу кидают в это место. Раз, там еще один. Надо забрать. Только на самом деле я сейчас... Не знаю, куда мне тогда... Идти. Я могу залезть на эту гору, либо я могу дальше пойти. Хотя это и есть, это же гора. Welcome, young one. Ну это ж одно и то же осталось. The twilight bell is this way. Не понимаю, пока что слишком все запутанное. Старая мельница там. Почему я должен в мельницу идти? Там осколок. А, не забудь наклониться в нужную сторону. Я понял, я подгорел. Ага, эти растения опасны. Понял, принял. Найс, работаем. А ты заметил эти яркие фонари в небе? Они стали появляться после того, как странные часы упали с неба. Интересно, что это такое? В любом случае, мы бы не хотели, чтобы они не так ярко светили. Они ослепляют. А, ладно. Шляпа управления времени, пряжи. Шляпа управления времени. Нажмите при... Так. Смерть придет все равно, а твое время ценно. Для замедления времени. Я сейчас умру. The twilight bell is this way. Сумарный колокол в той стороне.
Сколько здесь проходов? Просто невероятный дохера вариантов, куда идти. Ты не видел фиолетовые цветы поблизости? Я бы держался от них подальше. Что-то с ними не так. Подзорная труба позволяет взглянуть на дальние вершины. Так, там колокол. Я понял, он недружественный. Хорошо, что он меня не убил. Ладно. Я не заметил песочные часы по ту сторону. Так, подожди, ну при чем здесь песочные часы, если их они только здесь одни? Это место сложно тем, что слишком много вариантов, куда идти. Как говорится, шерсти много не бывает. Подуй в рог, чтобы открыть новый путь. То есть просто так я к мельнице не попаду. Так, просто колокола на деревьях. Почему мы сами не дуем в рог? На такой высоте воздух сильно разрежен. Нам тяжело сделать глубокий вдох. Однако для тебя это, похоже, не проблема. Слишком много проходов. Вы завершили локацию Козья деревня. А, да? Ну ладно. Если завершил, то неплохо. То есть вот этот цвет, это подсветка локации. Не, это, конечно, все здорово, и я все это понимаю. А можно ли забраться еще выше? Ну ладно, поехали. Сумеречный путь.
Ага. Просто козьи дорожки. Сумеречный колокол совсем рядом. В смысле? Почему я не смог туда запрыгнуть? Логично, что мне туда, однако я пойду по кустикам сюда. Тут такие сундуки находятся. Сумерки, сумерки, сумерки. Так. Короче, мне нужно просто колокол. Хорошо, здесь есть определенный промежуток времени. Для чего я сюда шел? Ага, просто запрыгнуть наверх. Или же нет? А сюда легко упасть. И эта локация очень плохи этим. Пока просто собираю финтиплюшки. Ого, звездочный колокол. И он откроет мне путь к красной гавани. Давайте купим. Минус кэш. А что значит мухи? Вы слишком лишь бормотание. Ты погляди на эту штуку. Эх, мог бы я дотянуться. Так, а чем она плохая, я не понимаю. Ты погляни на эту штуку. Эх, мог бы я достать.
Ну, все ж нормально. Нормально работает. Look at that thing. Теперь я примерно понял, как это все работает. То есть красный — это анти. Почему я в прыжке не могу использовать? Ну и ладно. Все равно ни хера не понимаю. А вот это вот уже прикольно. А что за хвостка? Здесь же только к часам прийти, нет? Так, нет. А теперь побежали. Ебать. Ну и ладно. А, все-таки здесь тоже клубочки есть. Хорошо, что я чуть не упустил. Ауч. Нужно не забывать, что красная территория цвет не меняет. Это не очень хорошо. Так,
Так, допустим, ключ у меня. Подвох. И куда мне идти? Вот теперь я действительно впервые пытаюсь понять, куда мне идти. Еноты опасные. Особенно призрачные. Но падение мне даже ничего делать вообще. Если это ради только этого, тогда ладно. Но я понимаю, мне все равно где-то ключ здесь нужно где-то искать. Ведь я появился оттуда, а не отсюда. Следующий уровень? Нет, это тот же. Так, я пришел оттуда. Так. Пойдемте подуем в рог. Надо сделать так, чтобы как-то немного перезарядка была быстрее. О, точно. Только вопрос все равно остается вопросом. Что дальше? Ключа у меня больше нету. Решетку мы открыли. Для чего мне нужно было на ту сторону? Правильно, не для чего.
Так, хорошо. Так. Тогда с другой стороны, зачем мне нужно было активировать вниз, если я могу сюда и так залезть? Ага, типа головоломки. Так, получается, вот так мне должно быть. Все, загадка разгадана. Ладно, соберу все и пойду отсюда. Как я понимаю, я еще открыл себе 5 глав, да? Вы завершили локацию «Сумеречный колокол». Походу, это их немного триггерит. А, новый разлом появился. На красной территории, где-то здесь. Так, территория белая, значит, на локации ветров. Ждите, пока туда приду. Понимаете, странно то, что разлом показывает, что он здесь. Вот эта веревка. А, он на деревьях. Тык-тык. Хотя он вот он. Странно. That is all I can sell for now. Take care. Так я у него все купил и так. Или мне типа нужно, чтобы все возобновилось? Ну, разломы я имею в виду. Ладно. Странно. Просто в том-то и проблема, что тут разлома нету.
Вот, я залез. Ну вот это место, вот. А, подожди. Тут везде колоколы? Подожди, здесь светилось красное. Но это точно, это... Хотя нет, здесь... Ну, то же самое. Ну вот. К примеру, если я смотрю... Вот это бесполезно, вообще не работает. Вот, к примеру, это вот... Вот так. Видно, блядь, зеленый, вот. Где разлом? Ладно, короче, давайте на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.